Спросил портной мудреца: «Вам впору жизнь или мала? Или, может, велика она? Смогу ее перекроить? К примеру, мог бы предложить карман пошире вам пришить, а чтоб душа не нараспашку, поуже сшить для вас рубашку. Воротник идеально белый я смог бы пришить вам смело, а пояс затянутый слишком в вашем образе лишний. Вам рукава чуть распустить, жилетку стоит уж сменить. Не в моде нынче ваш наряд, вам услужить я был бы рад. Вам бы вместо холста парчу, ваша жизнь совсем вам не по плечу. Хотите, я даже за все заплачу». Подумал мудрец, головой покачал, портному откланялся и сказал: «Вы правы, жизнь не всегда удобна, иной раз слишком свободно, бывает, что жмет, натирает, и холод насквозь пробирает, и больно часто бывает. И все ж моя жизнь мне в самый раз, хоть сшита и не на мой заказ, но тот, кто шил, знает наперед, что впору мне и что мне идет».